Театр начинается с вешалки, и творчество тоже может начинаться там же. Серебряные волонтеры, которых пригласили на праздничный вечер, пришли, конечно же, заранее, и, не дожидаясь приглашения, начали танцевать и рассказывать друг другу стихи. Это общественная организация. Люди умеют самоорганизовываться без ценных указаний сверху. Душа моя еще девчонка, и до сих пор смеется звонко. И до сих пор еще она порой бывает влюблена. Лидер фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Вячеслав Киреев завершает подписывать благодарственные письма. Формально именно вручение благодарности стало поводом, чтобы собрать сегодня волонтеров на праздничный дружеский вечер. Может быть, кто-то сказал, да, какая их помощь, она там весь фронт не обеспечивает. Вот, но эти люди не сбиваются, они работают, они делают добро, и там сила духа, красота в этом огромная. И вот за это хочется говорить спасибо всегда. Волонтеров рассадили в зале за отдельными столиками, а не рядами, как на официальном мероприятии. Организаторы хотели устроить вечер в стиле старого доброго голубого огонька – встреча друзей. Эти люди, которые день и ночь, без выходных, без суббот, без праздников, шьют, варят, делают, пакуют, улыбаются, режут. Все делают так, как надо. Площадкой для встречи стал театр под управлением заслуженной артистки Натальи Бондаревой. Для женщин организовали чаепитие по-купечески, подготовили концертную программу в фольклорном стиле старой русской сказки. И у самой Натальи Владимировны нашлись слова для волонтеров. Если сегодня не смотреть ни на какую злобу, ни на какие войны, ни на что. Если мы будем источать мир, то реально победа будет за нами. Праздничный вечер стал небольшой смысловой паузой, минутой отдыха. СВО продолжается, впереди выборы. Женщины ждут новые дела и новые победы. Тимур Гайсин, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».